Житель деревни Марусины, 10-летний Владислав Официн, получил новый велосипед взамен украденного. Ценный подарок мальчику лично вручил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Луиза Егезарян узнала предысторию и стала свидетелем счастливого момента. Дарили велосипед на день рождения, и спустя пару месяцев, оставив велосипед в тамбуре в подъезде, у нас его украли. Мы обратились в полицию, написали заявление и ждали рассмотрения нашего дела. Найти пропажу сотрудникам полиции не удалось. Дело закрыли за отсутствие состава преступления. Но Надежда Официна не из тех, кто сдается. Жительница городского округа написала обращение на прямую линию с президентом. Почти сразу же с семьей связались представители Люберецкой администрации и предложили новый велосипед. Я думала, то, что велосипед, не знаю, найдут и дадут. А тут прям вот так вот, интервью, вот это вот все, велосипед новый, не ожидал. Велосипед не только новый, но и современный, оснащен всем необходимым для комфортной поездки. Воду вставить сюда можно. Это как раз-таки брелок, чтобы защелкнуть. Да, чтобы как пользоваться, тоже знаешь, ну разберешься. Нравится точно? Все, жмем руку, не будем. С тест-драйвом велосипеда Владислав затягивать не стал. Прокатился сразу после того, как получил долгожданный подарок. Чтобы дать оценку новому транспорту, достаточно было сделать пару кругов вокруг дома. Прям крутой. У меня был даже, по-моему, хуже. Просто бомба. 8 скоростей, для телефона подставка. Просто лучший велосипед. Луиза Егезарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.